всплыли новые детали той роковой ночи, когда скончался популярный танцор и шоумен Дмитрий Красилов. Деталями происшествия с журналистами поделилась консьержка, работающая в доме, где жил Пухлиш из клипа группы Little Big. По словам женщины, звездный жилец вернулся домой около 3 часов ночи. Он был подвыпивший, но твердо стоял на ногах. Известно, что перед этим Красилов посетил светскую премьеру новогоднего фильма. На мероприятии он веселился и много шутил, но ближе к ночи начал жаловаться на плохое самочувствие. Потом он поехал домой и перестал выходить на связь с близкими. Как рассказала консьержка, Дмитрий вошел в квартиру один. Он успел раздеться, но до постели не дошел. По предварительным данным, причин